паника совершенно ни к чему, она ни в каком деле не приводит к чему-то положительному результату. Паника, паникер даже с какими-то легкими заболеваниями, они выздоравливают намного дольше, намного тяжелее. А порой видишь человека с какими-то тяжелыми проявлениями, а он выздоравливает намного быстрее. И приходится очень много сил отдавать как раз порой не людям, которые нуждаются действительно в нашей помощи, а как раз люди, которые с минимальными клиническими проявлениями, но такие вот психологические моменты и чувство страха. Идя на обход, я со своими пациентами всегда провожу такую беседу и стараюсь донести простыми словами, что если что-то непонятно, спрашивайте. Могу сказать, что это помогает. Это вселяет, наверное, появляется какое-то успокоение и уверенность.